Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис, и мой канал называется Борис Маркелов Помощь Людям. Пришел вопрос, как приготовить рыбу хек. И сейчас я вам буду показывать и рассказывать, как это сделать. Для быстрого приготовления рыбы хек нам потребуется лук. Вот столько я лука начистил. Как вы думаете, много, немного? Далее нам понадобится сковородочка, ну и, соответственно, масло, подсолнечное масло потребуется, и чуть-чуть у нас будет сливочного масла. Хек у нас пока лежит в раковине, размораживается. Сейчас он чуть-чуть разморозится, я его нарежу на порционные кусочки и будем готовить. Мы берем хек. Вот, берем эту рыбку, вкусную, ну и отрываем ей все лишнее. Так как она уже чищенная, кишков-то у них и у нее там нет. Вот эти все плавники мы просто обрезаем. Чик. Ну, чтобы нам потом не попадалось, когда мы будем ее кушать. Соответственно, помоем рыбку, она уже чищенная у нас, вычищенная. Все. Теперь мы ее будем нарезать на кусочки. Берем тарелочку и нарезаем на кусочки. Кстати, давно уже не ел хек. Будем сегодня вот этот хек. Я, в принципе, увидел новый рецепт какой-то, решил попробовать. Нарезаем кусочки. Ну, мужикам говорю, что ничего сложного в этом нет. То есть приготовление пищи как бы особо не затрудняет. Хотите жрать, пошли, купили в магазине хека. И вот сделали то же самое, что и у меня. Кстати, тем, кто будет смотреть это видео, обязательно подпишитесь на канал, будет много интересного. Вообще, я занимаюсь бизнесом в интернете достаточно давно, но концепция вот моего канала на данный момент, она помощь людям. И вот это видео созрело, когда люди попросили меня о помощи. Да. Лук мы нарезаем вот такими частями, хотя вы можете его делать по своему вкусу, по своему виду. Я не знаю, кому как, кому лук нравится, кому лук не нравится. Мне лук не особо нравится, но тем не менее, вот в этом рецепте лук положен. И если этот лук положен, значит мы будем нарезать. Итак, мы приступаем к волшебству. Мы берем, включили плиту. Чуть-чуть убавим газ. Нам сильный пока газ не нужен. Мы берем чуть-чуть масла. Подсолнечное масло. Какое подсолнечное масло будете применять вы, я не знаю. Вот такое вот нашлось в нашем хозяйстве. Заливаем это все хозяйство маслом. Масло не жалейте. Ну, в любом случае, я думаю, будет вкусно. Теперь мы чуть-чуть посолим. Вот есть вот такая вот соль. Йодированная, вкусная какая-то соль. Она реально вкусная. Я тут обратил внимание, что у меня чуть-чуть нет перца, который был там в рецепте. Ну да ладно. Я думаю, это не страшно. Сольки мы посыпали. Ну, соль по вкусу, конечно, добавляйте. С солью не перебарщивайте. Вот наш лук. И сейчас мы его будем тушить. Лук порезали. Сейчас мы еще сюда добавим чуть-чуть лука. Кажется, что много. На самом деле, когда он уварится, ужарится, вот в этом все и волшебство состоит. Есть у нас вот такой черный перчик. Тоже чуть-чуть добавим для остроты ощущений. Ну, опять же, говорю, что это для тех,
Ну, кто любит поострее, я люблю поострее. Тут же вот у меня чесночок есть. Вот этот чесночок мы тоже сюда нарежем. Теперь нам это нужно будет все перемешать и чуть-чуть подождать, когда лук даст сок. Берем вот такую лопатку и этот лучок перемешиваем. То есть все, особо весь рецепт уже закончен. Далее мы выложим, сейчас лук чуть-чуть подтушится, потому что он не будет здесь жариться до какого-то золотистого цвета, хотя я даже не знаю. Опять же, все это по вашему вкусу должно быть. Ну, рыбка у нас семья такая, на жареное у нас, с жареным у нас чуть-чуть проблемки. Жареное вообще много нельзя есть, и мы больше вот на такое тушеное. В принципе, у нас уже чуть-чуть можно прибавить газу. Газуй! Вот газку мы прибавили. Сейчас найдем. А, вот у нас есть лопатка такая. Отличная. Запах уже такой, даже от лука уже вкусно пахнет. Я представляю, что будет, как будет пахнуть еще и от хека, который в нем будет. Ну, опять же, рецепт на любителя. Готовлю первый раз, готовлю именно вот в режиме на видео. Я не знаю, может, кто-то уже пробовал. Также пишите комментарии, если вы это делали. Если вы это не делали, то все равно попробуйте, сделайте и напишите комментарий. Вот, смотрите, сок уже пошел. Сок начал выделяться. Теперь мы можем сюда уже запускать нашу рыбку. То есть мы ее не обваливаем ни в чем. Мы ее просто вот так вот, как есть, мы ее запускаем сюда и пусть плавает. Что хочу сказать, откуда я это все знаю. В принципе, готовлю я с детства. Мама когда-то научила меня, по-моему, мне было лет 7 или 8, 7, наверное, в первый класс пошел. Когда я первый раз пытался приготовить яичницу, у меня не очень вкусно получилось, потому что я не добавил некоторые ингредиенты, в том числе и соль. Ну, яичницу я, конечно, съел, а потом меня мама научила именно правильно готовить яичницу. После этого я начал у нее спрашивать, как готовить еще что-то. Кстати, вот в моей жизни это уже не раз пригодилась вот эта история с той яичницей. Когда я жил давным-давно один, мне это очень пригодилось, потому что готовить было некому, и я научился делать разные приколюхи, причем из ничего. У меня была мультиварочка. И эта мультиварочка мне постоянно готовила. Ну, мы продолжаем. Сейчас нам нужно чуть-чуть эту, вот этот, под этот лучок заправить нашу рыбку. Аккуратненько так. Лучок у нас тоже начинает поджариваться. Потихонечку надо убавить, потому что рыбка у нас в основном-то будет тушеная. Ну, раз рыбка тушеная будет, значит, рыбка тушеная будет. Опять же, я хочу повториться, что я не профессиональный повар. Я просто экспериментатор. И я вот на своем канале уже я говорил, что я помогаю людям
Ну, вот таким вот образом я помогаю людям и рассказываю, как можно приготовить, кроме пельменей, еще что-то. Хотя видео о пельменях у меня было, и, скорее всего, я его прикреплю в конце этого видео. Вот так мы все перемешали. Рыбку накрыли крышкой. Сейчас она у нас потушится 10-12 минут. Мы потом ее еще чуть-чуть перевернем. И оставим еще на тушение на 10-12 минут. Ну, в принципе, ужин можно приготовить, обед или ужин, ну, кому как. Ужин можно приготовить в течение 20 минут, без запара, без всего. Ну, в общем, вот такой я волшебный робот и помогальщик людям. Если у вас есть вопросы, пишите свои вопросы. Будем вам помогать, чем сможем. И если вам понравилось видео, ставьте лайки. Пишите комментарии и подписывайтесь на канал. В следующий раз я постараюсь приготовить лобстеров. Всем привет!